Добрый день, уважаемые трейдеры! Вы смотрите информационный выпуск на канале Форекс Новостей Инстафорекс ТВ. С вами я, Ольга Витковская. По мнению бывшего президента ЦБ США Пола Уокера, стартовавший недавно третий раунд количественного смягчения от ФРС не грозит экономике США повышенной инфляцией в ближайшие месяцы, даже несмотря на свой неограниченный объем. Ведь основная проблема, как отмечает экономист, не в инфляции. Кроме того, Уокер считает, что на экономику в целом программа не окажет существенного влияния. В последнее время годовые темпы роста инфляции не превышали уровня 1,7%. С начала 2012 года ее темпы замедлились с отметки 2,9% до отметки 1,7%. Согласно прогнозу ФРС, по итогам 2012 года уровень инфляции не превысит 1,8%. Предполагается, что инфляция в среднесрочной перспективе будет расти на 2% ежегодно. Бывший глава ФРС уверен, что регулятор с легкостью сможет удалить побочные эффекты своей сверхмягкой денежно-кредитной политики сразу после улучшения экономического роста. Пол Уокер занимал пост главы ФРС с 1979 по 1987 годы. За время работы ему удалось взять под контроль инфляцию, составлявшую в то время почти 14%, путем резкого повышения учетной ставки. В марте 1980 года она находилась на максимальном значении за все время – 20%. Это были новости Форекс на канале Инста ТВ. Отличного вам дня. До свидания.